Всем привет! Итак, сегодня распаковка. Вот пришла тут такая посылочка. И написано, содержит табак внутри. Это я заказал себе с сайта сигары. Была распродажа, решил взять. Так, в магазине у нас одна сигара стоит $10. Тут на распродаже взял за $30. О, как упаковали, блин, даже эти. Так, и что у нас тут получается? А у нас получается вот такая вот пачка разных сигар. И еще одна, то есть здесь вот еще вот такая вот наклеечка. И с магазина Thank you, Cigar Page. Ну и упаковочный лист тут. Так, вот у нас такие вот бренды. Да, сейчас вот разрежу одну и покажу. Так, вот я распотрошил. И, короче, вот такая вот сигара Face, написано ROM 101, потом что у нас, Majilla, да, вот такая вот плотная, толстенькая, настоящего табака. Pen Standard, то есть тоже вот не каждая сигарка идет в отдельной упаковочке. Preview, то есть тоже такая. И, блин, зачеркнуто. Untitled. Untitled. Блин, вообще, да, зачеркнуто, ничего не понятно. Ну, вот такая вот посылочка. Осталось купить виски, чтобы окунать туда сигары и курить.